членами семьи следующего слова. Особенное чувство испытывали, это были особенные выступления. И волнуетесь ли сейчас, если такого опыта у вас еще нет? Слушайте, ребята, на самом деле, мне кажется, на одну секундочку, кроме нас, Валерия Алексеевна, здесь и артист. Алексей, принимай эту часть. Микрофон возьмем, Илья, ну начинайте, давайте. Мне кажется, это вопрос больше главного администратора, ну, потому что, когда работаем в манеже, мы не видим, кто там сидит из зрителей, мы видим только первые ряды. А я скажу, что да, к нам в цирк Большемосковский часто приходят и семьи беженцев, и сами участники военных операций, и мы всем уделяем настолько наши сердца, как маленьким зрителям, так взрослым, как беженцам, так и врачам, которые были и очень много трудились у нас, когда была пандемия. Мы всех очень уважаем, всех любим, никого не разделяем. И каждый раз мы выходим в манеж со своей энергией, со своей энергетикой и со своими как бы эмоциями. И всегда они у нас по полной программе работают эмоции. Но, конечно, встречаться, разговаривать с ними — это уже другая история после спектакля, когда они подходят. Но мы всегда работаем на высшем уровне, какой бы зритель к нам ни пришел. Да. Пожалуйста.